Всем привет! Сегодня я со своим мужем Никитой буду опять снимать челлендж. На этот раз я выбрала самый гадкий, наверное, челлендж из всех, которые могут быть. Мечтаю просто. Да, Никита меня несколько раз спрашивал, ты уверена, что ты хочешь его делать? Но я не знаю, что я такая самоуверенная, кстати, насчет этого челленджа, потому что в основном мне не везет. И я так чувствую, что мне сейчас достанутся все... А, я еще не сказала, о чем мы. Мы будем снимать челлендж, который называется Bean-Boozle. Я точно не знаю, как он на русском переводится, но, короче говоря, это бобы из Гарри Поттера. То есть смысл его в чем? Сюда в комплект входит вот такая вот рулетка. Ты ее крутишь, и она показывает, какого цвета конфетку тебе нужно взять. И эта конфетка может оказаться как очень вкусной, так и очень противной. К примеру, есть одинаково выглядящие конфетки, которые со вкусом тутти-фрутти, и в то же время может попасться вонючие носки. То же самое собачья еда или шоколадный пудинг. То есть... Интересно, как носки на вкус? Сейчас, наверное, и проверим, да, как они будут у нас на вкус. Ну, короче говоря, вот такая вот игра. Я еще не распечатала. Кстати, эту штуку я покупала на Amazon. Распечатываем? Ну, конечно. Давай, хорошо. Только сегодня сделала. Давай, открой. Я думаю, мы каждый будем по 5 ходов делать. И в этом челлендже победит тот, кому меньше всего всякие противные конфеты попались. Так, давай, высыпаем сюда. Пожалуйста, вкусные, пожалуйста, будьте вкусными. Давай. Так, значит, это ты ходишь первым? Нет. Я хожу первым? Ну, получается, ты, да. Ладно. Вот у нас такая штуковина здесь. Тут стрелочка. И то, куда указывает стрелочка, да? Такой цвет, да, конфетки я и беру. Такой цвет конфетки мы и берем. Итак, мне попалось или лайм, или газон. Ну, в принципе... Удачно, очень удачно. В принципе, наверное, не самое худшее, что может быть. Да. Да, она такая зелененькая, светло-светло-зелененькая. Светло? Ну, вот это вот. Вот. Какую брать? Вот это или вот это? Вот это или вот это? Возьму это. Любую. Так, лайм или газон? Блин, мне страшно. Это, наверное, лайм. Сладенькая. Вот, блин, повезло. Ура! Капец. Да, сладенькая. Ну, правда, а на газон, лайм... А газон он тоже будет сладенький или нет? Нет, газон не будет сладенький, поверь. Ну, лайм, кстати, не похоже. И очень похоже на изюм в этом. Да? В глазури. Ну, давай. Удачки. Мой первый раз прошел так. Ну, давай, с Богом. Давай, так. Желаю удачи. Так, это, наверное, оранжевая, да? Угу. Шоколадный пудинг или собачья еда? Ну, так как ты сами кинкорм тоже иногда пробуешь. Ну да, не беда. На вкус. Мне повезло. Это коричневая, коричневая, да? Коричневая, да? Выбирай. Бади-биди-бом. Собачья еда. Ну ладно. Ты скажешь, как на вкус. Может, у Сэмика получше? Ну да, она будет разная. Только когда раскусываешь вкус полезен. Будет? Да, шоколад. У нас первый раз прошел так. Да, очень даже неплохо. Шоколад. Ух, слава богу. Я чувствую, мы сейчас 4 раза вытянем, что вкусное, а под самый конец какую-то гадость вообще вытянем. Да. Так, ладно, следующий ход. О, у меня лакрица или скунс. Вау. Это уже мне не лакрица, ни скунс вообще не прельщает. Я вообще скунса даже в жизни не видела живого. Я тоже не видела, я, кстати, не знаю, какой я тоже запах у него. Но их тут, кстати, немало, черных. Да, ну ты знаешь, я лакрицу тоже не особо люблю, поэтому что-то там не было, вряд ли оно мне сильно понравится. Ну давай, давай, бон. Ой, чувствую, оно плохое. Я уже взяла, и мне какая-то тошнинка сразу. Да, ну, настраиваю себя. Лакрица, да, там что-то? Не лакрица. Господи, она такое противное. Ну, бам прилипло. Фу, может это была не лакрица, но я лакрицу тоже. Нет, ну это стопудово скунс было. Оно даже не вкус. Оно какое-то, как начинаются пары, боже, которые
ты мой. Ну вот это, кстати, сладкая булочка. Глазурь. Спасает? Она спасает меня. Да, это одно очко. Тебе как бы защита или как? Да. То есть ты на одно очко побеждаешь? На одно очко проигрываю. А, проигрываю. У меня аж слезы проступают. Ну давай. Фу, блин, лакрица вообще. Это со скунсами это совершенно невкусное сочетание. Так, ладно. Ну давай, с Богом. Желаю тебе не вытянуть эту лакрицу. Так, поехали. Так, у тебя вонючие носки или тутти-фрутти? Ну, в принципе, тоже, это какие? Тоже, а, это вот такие. Вот, тоже видишь? Не беда. Ну все, ребята, с Богом. Ну, на самом деле, носки тоже не страшны, как бы. Ну, сейчас посмотрим. Тутти-фрутти? Непонятно. Ну, если не противное, то, наверное, тутти-фрутти. Ну, не противное, кстати, да. Или тебе так ну, приличают носки? Вкусно. Похоже на тутти-фрутти, да. Ну, вкусно. Тутти-фрутти, я не знаю, что это такое. Но... Ну, какой-то такой сладкий, наверное, фруктовый. Ну, оно сладкое, да. Оно сладкое. Блин, повезло. Погнали. Да, не издевайтесь, зона напнули. Опять черный? Опять лакрица или скун. Ты уже сладенького хочешь? Ну давай. Я чувствую, она здесь. Она даже не болит. Мне не нравится, как пахнет. Я буду все вкусывать. Оболочка еще такая сладкая, да. Ой, походу это опять это вкус. Посмотри, попробуй. Да она не вонючая, да. Да, походу лакрица, но она мне тоже не нравится. Ну, можно сказать, пронесло. Ну, как бы да. Можно сказать, пронесло, но лакрица мне тоже абсолютно не нравится. Слушай, а махлевать можно, например, если там что-то плохое, типа, как вкусно. Ну, так как тебе еще не попадался гадкий вкус, ты еще не понимаешь, что вряд ли у тебя это получится. О, опять тебе лакрица? Нет, ну ладно, попробуешь. Лакрицу? Угу. Оно как-то у него центр тяжести как будто смещен. Блин, лакрица. Давай. Там, мне кажется, тебе скунса больше. Ну, я съела одну лакрицу и одного скунса, поэтому шансы равны. Сразу оно как-то расползается по рту. Да, такой друг. Так, предлагаю, если еще раз выпадет эта гадость, перетянь, ну, как бы, фото что-то менять, потому что столько еще приятных вкусов там находится, надо все попробовать. Я хочу кокос. Так, попкорн со вкусом масла или тухлое яйцо? Вау, блин. Я думаю, тухлое яйцо это вообще жесть. Я когда смотрела челленджи других людей, то после тухлого яйца, говорят, вообще такой бешеный запах сорта сохраняется надолго. Надолго? Так, ладно, желтенькое такое, как яйцо динозавра. Это, походу, вот такие, да? Угу. Так, мой метод с нюханием... А, вот это вкусно пахнет. Хотя, может, это будет глазурь? Я чувствую, я не хочу это. А так, мне кажется, это наплевок, нет? Да они одинаково пахнут. Ладно, я возьму это. Так, у меня... Так, готово. У меня, конечно, обоняние не очень развито. Но я надеюсь, что ты попкорн. Попкорн? Вкусно. Блин. Прям действительно такой масляный попкорн. Вот как прям эссенция вот этого. Класс. Попкорн. Так. Или персик, или блювотина. Блин.
Персики люблю. Персиковая блевотина. А какого цвета оно? А, такое, как оранжевенькое с пятнышками красными. Ну, вот такое вот. Можешь тоже нюхать, я разрешаю. Вот это? Попкорн такой вкусный вообще. Да, пахнет. Пахнет вкусно сорта? Да, реально такой очень насыщенный. Вот вкус. Это, да? Да, похоже дело, да. Значит, у тебя или персик, или блевотина. Так. Боже. Главное, чтобы не было настоящей блевотины. От прошлого тошнило. А ну дай понюхай. Ну, я не уверена, что это персик. Ну, видимо, персик, раз ты так долго пытаешься осознать. Боже, это не персик. Это же не персик. Совсем невкусно. Ты так долго его еще жевал. Так, это сладкая груша или козюля? Нет. Ой, нет, точно нет. Нет. Как будто это не воняет. Вообще все говорят, вот сколько челленджей я не смотрела, что запах у них одинаковый. Но у меня какие-то я беру, и у меня какое-то внутреннее чувство, типа, нет, 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 это нельзя. Очень тяжело поначалу распознать. Не груша. Фу, ну какие козюли вообще. Она просто... Какой-то запах пошел аж перчичный какой. Денис, поласкивай рот. Козюля то... Оно еще, знаешь, оно так дурит, потому что оболочка вот эта глазурь сладкая. И ты такой... Ну там так... Просто вообще. Это у меня сколько? Две плохих, да, получилось? Не, у меня две тоже. И у тебя две, но у тебя сейчас ход. Если у тебя сейчас будет вкусное, значит, надо будет еще дополнительный раунд делать. Лайм или газон? Ты не придерживаешься моего метода? Нет. Нюханье. Ну, давай. Такой осторожно. Чем дальше мы пробуем эти конфеты, тем более осторожно так. Это не лайм. Это не лайм? Нет. Оно, ну, как бы оно не противное. Вкусный газончик. То есть, получается, ты... Да, пока это блевотина. Ну, оказывается, я таки все-таки более ведущая в этой игре. Много конфеток. Может, еще кого-нибудь когда-нибудь пригласим? На работу возьму с собой. Только ты не предупреждаешь, что они сразу вкусными. На кухне так поставить, все подходят, чук-чук-чук. Я думаю, с тобой все дружить перестанут после этого. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, это сделайте. Не допустите, чтобы мы просто так вот эту всю гадость поели и при этом, в общем-то, даже не получили вас как нового зрителя. Поэтому... Ставьте лайки. Да, ставьте лайки, оставляйте в комментариях идеи для будущих челленджей. А мы погнали в кино. Все, пока-пока. Пока. Ну, это такой экстра бонус, я просто хочу кокосик. 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 Вкусно.